Привет, привет, ребята! Сегодня, ребят, будем строить лестницу и сделаем крышу для этого замечательного домика. Милан, а начать надо с того, чтобы измерить, какая же высота у домика. Держу рулеточку. Ты можешь прямо сюда положить кончик, и рулетка сползет сама. Спускайся вниз, можно нарезать досточки. У вас готовы палочки для лестницы? Да. Знаете, что дальше? Что? Ступеньки. Вот тут вот у Милана под ногами уже готовые ступеньки. Да. Сейчас кладите свои палки вниз и будем прикручивать ступеньки и считать, что ваша лестница готова. Да. Возьми ступеньку, и надо настроить ширину этих лесенок. Возьми ступеньку, возьми. Я сделаю кольцо. Смотрите, видите тут черточка? По этим черточкам надо разложить ступеньки. Задело? Ну и что, как вам такая лесенка? Нормально. Ну-ка, ну давайте проверим. Ничто не сломается под вами? Нет. Если тебя, Милан, выдержит, значит все точно в порядке. Мила, убегай! Ну все, теперь лестница работает отлично. Давайте примерим ее к домику. Хватайте лестницу, понесли! Ну все, теперь у вас есть лестница. Подождите, перед тем, как на нее залазить, остался последний штришок. Надо, ребят, прикрутить лестницу вот здесь. Ребят, ваша лестница готова. Теперь можно спокойненько залазить наверх. Ну и что вы скажете, как вам лесенка? Отлично получилось? Да. Теперь осталось сделать крышу. Крышу мы будем делать из такой соломы. Вы готовы принимать ее сверху? Да. Тогда готовьте свои ручки. Милан, а прикручивать мы будем крышу хомутами. Ты же любишь хомуты? Да. Тогда за дело. Крыша домика готова? Да. Что, как скажете, стенёшком хорошо? Хорошо, да. Сейчас проверю. Что ты проверяешь? Насколько крыша крепкая? Да, все хорошо. Но я предлагаю проверить кое-что другое. Давайте узнаем, будет протекать крыша или нет, если мы будем ее мочить. Давайте. Только откройте замочек. Вот так, ребят, домик выглядит снаружи вместе с крышей. И сейчас мы устроим по нему дождь вот такой вот поливалочкой. Вы готовы к дождю? Да! Давайте, да, командуйте на счет три. Раз, два, три! Дождик, иди! Так, вы что-нибудь слышите? Нет. Я даже, ребят, не слышу, как капает. А, нет, слышите? Появился звук.
В окошко видно, как идет дождь. И смотрите, какой он сильный. Можно помыть руки.